Макгрегор что-то не спекается. Макгрегор что-то не спекается, не танчит. Честь. Оба лока в Даларане. Выйдите на сум кто-то. Что, пришел Сумон Лука? Ну, я ядера, Симон. Да, есть. Ты что, тоже выпил? Я выпил. Слышь, Войт, нахуя, блядь, три ретрика? Давай зайду какой-нибудь с собой, там, я не знаю. Так, Колик может с собой зайти. Да, а того Колика обратно. Тыкайте на шкаф потихоньку. Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Ты червором. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности... Но потом заебался, и Ваня зашел. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Бляти. Здесь вас не защитит свет. Ничто. Трисия не хочет варом пойти? Могу варом. Артас, я поклялся, что ты умрешь. Я же про что и говорю, что смотрю, вроде друидов мало. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Понял, Даран, кот же тоже нужен. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было... А, только Роги еще нет. И я подверг его душу. Могу к Рогой пойти. Кролика без маны будет. В конце концов, вы будете слушать. У тебя пока этот хил, которому ты заливаешь в ноль, не сядет, ты не этот не заливаешь, короче. Ой, ты че, мы в 5 хилов пойдем? Кралька по стандарту, она только на боссов приходит. Не спорю. Кто-то еще не ел ЦРС-ки. Я залетаю.
Так, Войт, ты будешь на боссов огонь кидать? Нет, ты, Саня, знаешь, как сделай? Кинь и посмотри, обновит Войт или не обновит. Перепалил. Текстах. Как бы висит. Грозу туда кастани в мобайле, еще кому-то лужики. Нет, бьется, нет. Бьется, бьется. Бьется? Вот, убивай. Грозой нет. Не, у нас просто комбатный весинец, наверное, повиснет. Нет, пока не зап... Да, я только... Бафы, скрики, да. Если на свой спирт не надо писать. Не могу. Так бой висит же. Можно дать, слышишь, можно диван дать Макгрегору, и этот чувак, скорее всего, вылезет. Все, вышел. Уже дали. Ты вам, блядь, танк, что ли? Джис, есть у кого? У меня батарейков на лапу нет. Могу сейчас купить тебе реги на лапу, как какие дела. Не дали, убери из аддона МП5. Че, нет джипсов? Ладно, вот, держите. Спасибо.
метку на Джилса поставьте, чтобы... чтобы не били. Стреба. Подожди, подожди, Войт. Дайте рыбу. А, вон вижу. Рыбы нет, но держитесь. Стенки рыба, он с правой стороны. С двух хантов РТД бить будете, нет? Беги, малышка, беги! Стойте в центре. Долго, долго. Ну, ЗГП нет, конечно. Брентроль так отдавай, чё. А, смотри, изи. Айс, фриз. Пойдем, прорываемся. Макгрегор, го. Чупетов поломали, они с автоатаки сами не начинают теребить. Со мной кривой только. Ты когда градом стреляешь, они не бьют. Да он локом играет.
Че, Ваня, дистрик, мне понравилось, опять Вафлика спикнул. Да, как-то не очень. Кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Дайте помогу, баф, пожалуйста. Мага, бафните. Кто какая пати бьет, где? Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Капельки дайте. Ты не в силах противиться моей воле. Да нас четверо било слева. Кот, иди спейте. Снимал я как-то у меня Геру, просто... Ходите к Геру. Блин, ну что это происходит-то? Я на ханте вообще. Это не волнует. Ты не в силах противиться. Протопал в контроле. Да.
вечную тьму. Вы осознали бессмысленность? Вы осознали бессмысленность своих действий? Мали. Капли извините. Капли отпишись. Противиться моей воле. Диспел. Тупай во тьму. Трэш? Вечную тьму. Когда? Под контролем, походу, я отдаю. Наверное, в контроле были и не был. Контроль был, дали гер. Лук. Че сейчас духов так мало появляется? Раньше же их куча было, да? Да, было 3. Ваня, вставай. Паладин, которому ты шею отдал, надо было за 190 лет. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Как я могу ж, храбрый воин? Солдат Альянсу тут очень много. Капитан Саурфан Гурфан видит вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Он всегда.
Надейся. Бой. Робби трэжи. Лол, циркуль. Это с кораблей мобы. Посмотрите на видос. Это они с того, со второго края, что ли, прибежали? Века. Не-не, со второго края, там же слева где-то мобье есть еще. Там вначале у портала мобы стоят, на них, скорее всего, мобы. Это слога на первого моба пришли. Кралька, он пишет, пишет, никто не видит. Это шутка всё, такая? Все, спал бы. Да. Мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем. Вы видите, что это там вдалеке? Даже нечего спрашивать, кого бы нас всех передамажил. Да вот хуйню какую-то несет, не обращайте внимания. А, так ты на треше меряешь, да? Думал, он просто рука. Крылья отрастил. Пойду я себе налью лучше, пока тут бой на кораблях. Это точно. А тут Мурадин бегает. Что это было, простите. Оружейники, огонь! Пехота, сержанты, бой! Оружейники, огонь! Как ты смеешь ступать на мой корабль?
Сейчас ты умрешь. Нормально так зашла. Вот, только не перелети как в норме, блять. Всем похуй. Звездопадом-то по этим, по этим дружинникам. Это тебе надо в 20 хилов идти, чтобы в первом по ДПС быть. Шейники, огонь! Пехота, сержанты, бой! Как ты смеешь стрелять? Колобу на похуй вообще, он, блядь, сидел и фкшил, наверное, на этом боссе. Чё нет? Это ж корыш Тхорна, у них все бывает. Да нет, с корабля упал, можете лутать. Нахуя на паладину, блять? Войд, пояс нужен на холипала. На продажу. Да-да-да. Мне тоже нужен на сову, да. Рабав бы. Так, а мы там ману заливаем, выйдут, да? Галас, на тебе висит МП-5. Это он топ ДД будет сейчас. Штоп хил гильдии, ты чё, я думаю, он в Алиме так играет нормально. Я должен сделать объявление, там Макгрегор спекнулся в ДД, а тщеславие станка, так что напуливайте на часы. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Да, блять. Две совы воют, трэша не будет вообще. Старый упрямый.
смысле, я никогда не сдаю с пула за старфом. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Помните, как вас обучил Танч? ДК кого-то берет, кого-то протопал меряет. 40 в центре. 40 в центре, мой, да. Там от Джериона есть гайд, когда он Седру объяснял, как танчить. Да-да, это задний моб. Жалкий старик. Ну что ж, герои. Хотите узнать? Да. Интересно. Ребят, у меня это... Ракетный носитель с кораблей остался. Держи в курсе. Порт, если кличу. Страшно дамажил, волю не ролик. Один конец ДПС, что-то аккаунт забагался. Должно было открыться. Я просто в ахуе, все маги били трэш, это просто пиздец. Да, арканам хреновато переключаться. Это реально офигенно. Войт, ты снова не превысил планку. Ты помнишь, 17к ты говорил? Ты говорил 17к, и тогда эта планка не действовала.
Зайду на пару минут. У нас маг вылетел. Через Синдру? Ну, через Синдру. А это у меня так отображает, или ты ничего не показываешь? Вот сейчас ничего. Меня отобразило, что ты вот только-только начал показывать. Страшно. Пекаться навалил в дерево.
Да. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый крок. Ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Сражались с плетью. Да благословит вас свет. Кому же под силу очистить это пристанище нечестивости? Благодарю вас. Не дайте Финкельштейну пустить меня на опыты. Какой феерический финал! Да и Гулеркель тут, походу, в РК нет. Может, это уже второй раз сказалось. Леди, и сейчас она этот ШП. Что, есть рыба какая-нибудь? Это все Инор Самсон. Я пока не могу прочитать это заклинание. Пенька экстрема, выберите себе хилов, чтобы НПМ давать. Я тебе дам на сатворе. Надеюсь, сегодня много не могу пройти. Говорит хвост. Хвост, а не морда. Грегор, где ты вечно ползаешь, блядь? Что в ульте, что тут? Старый далеко слева.
Они просто нормально поделились. Все мы у Макгрегора, а там утроп отдыхает. Говорят, будет не захилил. Вчера себе Ваня сразу поднялся, это просто прогресс. Ладно, я Варка же слышал, там рисуйте меня. Да я сразу вернулся. Я думал, там помидор уже пошел мешками носить. Да нет, для мешков еще не сезон. Еще рановато. Не детский, что ли? Зачем тебе три ванны в доме? А, детский. Я думал, обычный. Бом торговался. Вот тебе, чтобы после рейдов отмываться. Кралька хвост говорит. Силы возвращаются ко мне. Герои еще немного. Морда. Не знаю, я уже в норме был. Давление. На КД я там рост. Помню, что. И еще зайдите в один. Излечилась. Изера, даруй мне силу, пока... Зайду там за водичкой. Наконец-то. Плащик. Слачный лис. Не рольте, пацаны, его все равно хули престу отдадут. Он уехал, короче. Поехали, друлька. Мне на синдро оставаться в рудру или нет? Да я пошел курить. Ну что у нас такое? Мертвый. Макгрегор мертвый. Лежит где-то. Он сейчас станет из опоры твинт. Ну а Дани дальше сделаю, забыла про тебя совсем. Мы должны прорваться в синдро 8! Скорей!
Остановите их! Прощаю вас. Ой, ты чат читаешь? А чё надо? Смотри, ПН. Я Ягеру плащик отдаю. А он следующий в ДДП. Был. Поставь фрилут. Сейчас фрилут поставлю. Поставил фрилут. Он следующий будет следующий? ДГП. Посмотрите. Сейчас я тебе отниму, сколько там, 189, да? Ну, вроде да. Вроде он выше всех. 382. Ну все, я Ягеру отдаю. Алекс, ты не ролил? Не, я не ролил. У меня СРС-25 герплащик. Все, давайте Ягеру. Все, я Ягеру отдал. Пошел будет треш. И также без Войда синдром. Давайте по старым чертежам. Только вы это, перед полом предупредите. Блин, надо было на трэш зайти сюда, группой. Репу побить. Где-то понятно. Кому нужно, ставлю мамонт и жениц. А вы не фузили? Да, заходи. Точно убили? Да. Слушайте, а вы давно не слышали мой голос? Чё бы столько же слышал? Слышал, ты разговаривал. Этот, вы не слышали, что я на Вале там говорил? В Диалину? Видимо, нет. Блять. Да давненько микрофон был включен. Ну, РК такая программа, она иногда сама выключает тебе микрофон.
А на сурке вы слышали, что я говорил? О чем? Слышали, но я сказал за тебя. Вот, я вот тебе говорил, что типа я это уже написал в ПМ. Этого не было слышно, да? Не было слышно. Ёбаный в рот. Я тоже в ПМ написал. Присылайте, пожалуйста. Или вы там деретесь. Сейчас синдром убьем. У нас два человека, так они на синдром умрут, это не зашли. Или даже три. Шаман, это темп-трипет снимает. Страх, если что. Тут уйдешь и провокация. Это классно. Подсказка. Юзай. Ой, чудеса. Снимается. Так а тут нет так. А вы это самонете? ПТМ убирать. Посмотреть, сколько у меня хп осталось. Эта сучка меня чуть не убила. Потому что вот он убила. Зато у нас Аура воздаяние стоит. К сожалению. Слышно. Паладины бафы обновляйте. Сейчас. Дайте рыбу. За вами, вот уже вас вижу. Ты же должен быть в сове, блядь. Бахнуть теперь.
ваша жалкая мания теперь бессильна! Но если я также буду сбиваться со счета этих улыб, то не факт. Дымки, встаньте. Ну, почти. Вы только путаете людей этой хуйней. Все нормально, ставить два ряда по три. Так это легко, ну просто когда ставят дымки какие-то. БТК умер, Грегор. Умерать надо. Грег? Я стоял там же, где все стояли. Припишите, смертные, ибо ваша шалкая Дволская мания теперь бессильна! А теперь почувствуйте! Леголас, подойди ближе. Ты ебала магия, дед, хильца танка. Беги, малышка, беги! Малышка, беги! Оп, я умер. А при чем здесь хилы? Да здесь дело-то не пчела. Может, я долго не забирал из-за этого. Я вас ваншоте вопрос на 78 тысяч.
Слышь, Слава, ты лича в норме убил, а то мы в Геру зайти не можем. Шуток нет. Ну, нам высвечивается только шо. Вот, все. Там нормально рейд держали, все как бы было нормально, потом что-то Макгрегор умер и пиздец.